понедельник в Самарской области будет малооблачно. Пройдут небольшие дожди с грозой. Днем 18-24 выше 0, ночью плюс 12, плюс 14 градусов. Ветер западных направлений будет дуть со скоростью 3-5 метров в секунду. В Сызрани небо в облаках и грозовой дождь. Днем плюс 20, ночью 12 градусов тепла. В Тольятти малооблачно, небольшой дождь и гроза. Днем плюс 19, ночью плюс 15 градусов. Ветер юго-западный 4 метра в секунду. В Самаре малооблачно, небольшой дождь, гроза. Днем 19 градусов тепла, ночью плюс 14. Западный ветер 3 метра в секунду. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 75%. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.